Мы предлагаем заинтересованным странам объединить усилия для привлечения в водный сектор Кыргызстана как страны формирования почти половины водных ресурсов региона, инвестиций и внедрения современных технологий. Уверен, что это позволит не только более эффективно использовать водно-энергетические ресурсы, но и повысить устойчивость к различным природным воздействиям. Предлагаю создать в городе Бишкек региональный центр по внедрению в регионе Центральной Азии энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, что позволило бы обеспечить рациональное использование водных и энергетических ресурсов в нашем регионе в целом.